Всем доброй ночи. Ну, сейчас у нас примерно где-то 20-25 минут 10-го. Я нахожусь в Парке Победы. В общем, что я могу вам сказать, друзья? Гипс сняли. Начинаю делать так называемые первые шаги. Вчера первый раз уже я ходил уже, можно сказать, без костылей. А сегодня даже на машине ездил. Сейчас я в Парке Победы. Давайте по Парку Победы пройдем, посмотрим, что здесь изменилось. Вот Динопарк Рекс. Какое-то новое у нас здесь чудище появилось. В общем, был мамонт, до этого динозавр был. Тоже какая-то рептилия. Я вот даже не знал. Ну, а сколько я в парке здесь не был? Последний раз я здесь был 11 сентября. Вот. Какая-то здесь рептилия. Это Динопарк Рекс у нас здесь есть. Ну, по погоде я вам что скажу. 6 часов вечера я брал машину. В общем, сегодня дошел до работы. Зашел в гараж. Машина вся в пыли. О, вот что такое. Не знаю, что за рептилия это. Но этого не было. И вот не помню, были вот эти деревца или нет. Это вот тоже я что-то не помню. Мне вот кажется, их не было. Может, они были. Ну, я просто давно здесь был уже. Да, молодежи сейчас мало. Видите, уже кто-то оделся в курточке. Прохладно. Ну, я вам так скажу, еще вчера я в шортах ходил. Да даже сейчас, вот видели, просто в майке. Иду в майке так, прогулка такая вечерняя по Парку Победы. Еще я на больничном, там 9-го сняли гипс. Как врач сказал там, через 3 дня разрабатывайте ногу, пробуйте потихоньку наступать, но не усердствуйте. Вот что я и делаю. Да, это такой естественный парк. Парк в лесу. Да, я в армию уходил в 79-м году. Вот здесь просто просека была. Еще даже поспилили деревья. Но еще даже не выкорчевывали. А с армии пришел, здесь уже парк был. Значит, что у нас там по температуре? Сейчас посмотрим. Так, кофе продается. Кофе можно попить. Здесь у нас скамья примирения. Я чуть позже покажу, потому что я далеко не пойду. Потому что потихоньку прибавляю и прибавляю метражи, километражи. Ну, еще далеко не хожу, потому что все равно нога устает, и я полностью еще на ступню не наступаю. Какой-то перелом странный. Не первый раз я этот палец ломаю, но чтобы вообще не наступать на ногу, такого не было. Так, вот Куршавель, давайте здесь посмотрим, что у нас. Время 21:29, температура воздуха 16 градусов. Так. Так, дальше не пойду. Не пойду, просто устал. Сейчас просто назад буду возвращаться. Нет, парк у нас такой нормальный, так освещается хорошо. Здесь у нас вот фонтан. В летнее время работал. Сейчас, видите, никакой здесь воды нет. Что здесь? Здесь года два назад, наверное, я видел, как десантник на день ВДВ, десантник вот здесь нырял. Ну, видите, глубина-то небольшая. Они, короче, втроем было. Ну, один паренек, наверное, сильно так подпил. И он нырнул, и головой так сильно ударился. Не знаю. Ребята потом его вытащили. Ну, у десантников головы крепкие. Ну, так вроде ничего с ним, ничего не случилось. Так, вот. Это скамья примирения. Значит, там у нас ледовый каток в зимнее время откроется. Кстати, уже была такая информация, что уже монтируют ледовый каток на площади Ленина. Ну, это, наверное, против дома правительства. Он в том году был. Ну, у нас здесь, вот здесь такой свой ледовый каток. Он давно уже у нас здесь. Так, ветерочек. И вот время что? Половина 10-го уже.
Я хоть и в майке, но все равно уже чувствуется, что холодает. Все-таки утром и вечером уже прохладно. Но днем тепло, тепло. Я же говорю, в шортах ходил. И вообще-то осень нас радует. Ну, сейчас время какое-то называется. Золотая осень у нас. Ну, еще что хочу сказать в октябре. Хоть день города и прошел. Все говорят, что городу 243 года, Ставрополю. На самом деле, 243 года будет 22 октября. Город Ставрополь основан 22 октября 1777 года. Да, сейчас людей здесь мало, но я вам что хочу сказать. Когда этот парк открылся, здесь очень много было людей. Да даже еще у 2000-х здесь много людей было. А когда уже перспективным стала Владимирская площадь, вот в основном молодежь туда перебазировалась, все туда ходят. Здесь сейчас в парке бывает на праздники, что много людей, но в основном людей здесь, конечно, поубавилось. Ну вот кофе, блины до сих пор работает. В общем, вот такая первая моя съемочка. Ну, я вам так скажу, что сегодня я на машине хорошо покатался. Пришел, машина вся в пыли в гаражу. В гараже. Вся пыльная. Попробовал ее завести. Завелась, удивился. Аккумулятор уже 7-й год. Думал его менять. Вот больше месяца машина простояла. Все отлично, все окей, как говорится. Вот. Домой позвонил, там по делам съездили. Ну и потом, чтобы все-таки аккумулятор более-менее подзарядился, решил еще по городу проехать. Сегодня я проехал даже по городу. Такой маршрут был по Шпаковской, до Ваторцев, Серова. Вниз до Серова доехал, потом, значит, я на Достоевского повернул, с Памира. И опять под Аватарцев в гараж заехал. В общем, вот такая у меня сегодня была поездка по городу Ставрополя. Ну, в общем-то, это я уже поздно поехал, поэтому съемку я там пробовал делать. Ну, вечернее время, камеры снимают плохо. О, спортсмены даже бегают. Обалдеть. Все-таки я уже не раз говорил, что самое лучшее время для пробежки это 5 часов утра. Тогда воздух свежий. Все равно сейчас бегать я вообще-то смысла не вижу. Ну, может, кого-то времени не хватает утром. Он вечером пробежки здесь делает. Ну, вообще так, тишина в парке. Тишина. Так, а здесь что? Здесь тоже что-то новое. Все позагородили, разгородили, все поубирали. Я даже не помню, что здесь было. Ну, здесь кафе раньше было. Какое-то кафе было. Ну вот, такой наш парк. И такая вот прогулочка. Ну, карусель уже не работает. Ну, впереди там что будет у нас? Улица 50 лет в ЛКСМ начинаться. Это она прямо пойдет. А вправо и влево это улица Шпаковская. Ну, в общем-то, я, наверное, один маечке иду. Смотрю, все в куртках ходят. Ну, вообще-то, октябрь бьет рекорды. И не только в городе Ставрополь. И в других городах, в общем-то, даже на море. Я сейчас только вот смотрел блог Алексей, это канал «Жизнь на море». Тепло, вода 23 градуса. Все купаются так. И посмотрел, что даже вот с маленькими детьми мамочка прям в море забежала. Так что вот у нас тоже тепло. Там кафе у нас «Бабушкины грабли». Это вот карусель такая.
А это вот ярмарка меда. Видите, 4 павильончика. Здесь мед у нас продают. Ну, пожалуй, друзья, на этом и все. Такая небольшая съемочка по городу Ставрополю. Ну и в частности, где мы были с вами, в парке Победы. Так что всем доброй ночи. Хорошего настроения. Кому-то завтра на работу. Ну а мне еще до пятницы дома быть, а уже потом, я не знаю, может, меня выпишут. И еще что я хочу сказать, еще планируется у меня поездка на выходные на термальные источники. Я, наверное, поеду в Воронежское. Да, воздух отличный, машин мало. Да и вообще, на Ставрополе не так и много машин. Так, всем удачи. Надо успеть на зеленый.